Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Сотрудникам предприятия надлежит немедленно прекратить всякую деятельность и покинуть рабочие места. Не вступайте в контакт с роботом. Повторяю, не вступайте в контакт с роботом. Сохраняйте спокойствие. Спасибо.
активных рабочих мест. Без промедления отправляйтесь в служебные апартаменты, в которых вы проживаете. Сотрудникам, проживающим в гостиных или снах, надлежит запереться в своих квартирах и воздержаться от них. Наш тебе! Эй, перчатка! Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Помогите! Кто-нибудь, помогите! Эй, мужик, иду, ты там живой? Вытащите меня отсюда! Помогите же кто-нибудь! Задыхаюсь! Избегайте попадания в поле зрения роботов и следите за всем, чтобы защитить их безопасность. Воздержитесь от криков, шума и громких разговоров. Вашей жизни угрожает опасность. Повторяю. Помогите! Вытащите меня отсюда! Помогите же кто-нибудь! Задыхаюсь! Твою мать, отвали ты! Не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. И те, кто не успел скрыться, им... каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! Чтоб тебя! У нас 30 секунд! Двигаем! 30 секунд до чего? Не работает! Иди сюда, громила! Иди сюда! Быстрей, 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 быстрей! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Так, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин. Ты что задумал? Так. Два дня бы мне покой не давали. Получите! Что вас собаки драли? Черт! А это у тебя откуда? Ты малой. Может, лучше я? Ключ держи.
А я уж тут сама.